Инспекторы главгостройнадзора проводят плановую проверку хода строительства Дома культуры в поселке Горки, 10. Застройщиком выступает администрация Одинцовского округа. Сейчас на объекте ведутся фасадные отделочные работы, монтаж оборудования и внутренних инженерных систем. Здание состоит из трех блоков, в которых будут располагаться помещения и залы для спортивных и творческих занятий, а также проведение культурно-массовых мероприятий.